Привет всем! Сегодня хочу вам рассказать о интересном канале, который мы создали совсем недавно. Уже сейчас вы там сможете найти рецепты интересных и полезных блюд, которые я лично тестирую на себе. Оставлю для вас ссылку в описании. Подписывайтесь, смотрите и обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Для нас это очень-очень важно. Всем привет! Очередная посылка из Китая от вот этих вот сайтов одежды. Я на данный момент не понимаю, что здесь может быть. Но сейчас открою и сразу же вам скажу, когда увижу вещи. Потому что непонятно, они мне как-то трек не дали. Не могу я это обнаружить 100%. Так что давайте открывать. Да, все, 100%. Это CN Direct. Это сайт CN Direct. Они тоже прислали одежду на обзор нам. Ну давайте посмотрим. Что-то в последнее время они решили конкретно заваливать этой одеждой. Меня предлагают, ну, я не отказываю, почему бы не получить одежду бесплатно. Ну и действительно, вы же сами видите все эти видео, мне нет смысла врать. Это не такие большие суммы, ну одеждой что, ну, я что вижу, то и говорю. Вы сами видите все ролики, то есть, ну, мне лично врать нет никакого смысла. Они сами предложили, я согласился и сразу их предупредил, что скажу все как есть. Так, что это? Ага, многие уже с этого момента, многие могли подумать что-то плохое. Разочарую вас, это всего лишь подкладка под это платье, которое, конечно же, вот видите, да, оно полностью просвечивается. Такое вот, я не знаю, как называется, есть какое-то название всему этому. Кружевное такое платье, не знаю, я все-таки парень. Красивая этикетка. Красивый товар на первый взгляд, пока ничего плохого не могу сказать, нужно смотреть вот так подробней, все швы, все нормальная, строчка нормальная, ничего не лезет, ниток нету. Давайте посмотрим следующее, мне просто хочется побыстрее открыть следующее. Здесь такой вот, мне кажется, почему-то же большой-большой какой-то свитер. Кстати, забыл сказать, ссылки, конечно же, в описании, там уже цены все можете увидеть, чтоб я не врал вам. Так, ниточка маленькая-маленькая. Вот сейчас вот камера отлично как-то передает цвет, даже очень ярко. Вот эти красные вещи, камера, как по мне, кажется, что плохо передает. Так, ну да, о, он очень хороший свитер, действительно, он очень плотный. Запаха вообще никакого нет. Даже вот нет запаха, которые были в прошлых посылках, там на вещах китайских, просто вот запахи, которые никакие, ну, неплохие, но просто вот запахи новой там вещи китайской. Здесь нет ничего. Мне пока очень нравится, потому что нравится материал, нравится расцветка, нравится вот вообще. И он такой плотный, тяжелый. Мне кажется, что очень хорошая вещь. Давайте перейдем в другой формат и будем уже смотреть подробнее на все эти вещи, потому что он так не особо понятно. Вот это платье мы почему-то заказали очень большого размера, ошиблись с размером. Оно очень-очень странное, мешковатое такое. Просто-просто странное и огромное. Так что нам это платье конкретно не понравилось. Вот эта вещь, которая больше всех понравилась из последних вещей из Китая, потому что этот свитер, он действительно очень качественный, у него красивый такой вот принт. Я его называю разлетайка, потому что он без пуговиц. И это действительно классная, качественная вещь за свои деньги.